Вот, и потом, когда уже вроде немножко улеглась эта бомбежка, мы открыли дверь и просто ахнули. Вот это все лежит на кровати, эти доски. Вот здесь фрагменты вырваны, они лежат вот в коридоре. Вырваны деревянные фрагменты. Вот, и отсюда висел клок, вот, вот она, стеклолапы, вот обломки от досок, на которых крепление держится потолок. Вот, и самое страшное, что все вот это вот лежало гвоздями на кровати. То есть это спасибо судьбе, что вот так она распорядилась. И... Я уже договорился, все. Утром. В туалете дверь открылась, на балконе тачка упала, покатилась, и меня или волной, или я даже не поняла, чем. Вот так я стояла, меня махнуло, я влетела аж на стол в спальню. И вот так, когда очнулась, тут вот такое зарево. Ворог застосовує ракетні удари по населених пунктах, не обираючи військові цілі, а зважаючи на те, що населення може потерпати і буде ослаблено проти сил оборони, які зараз активно не дають ворогу спокою.